В избиркоме идет примерка. На всех членов участковых избирательных комиссий, а это более 200 человек, поступил комплект фирменной одежды. Жилетка, манишка, шарф, значок, сумка. Все это атрибуты тех, кто обеспечивает процесс выборов в Ивантеевке. Члены участковых комиссий по заданию области проходят по закрепленной территории и информируют жителей о выборах. А с 25 февраля на избирательных участках будет организован прием избирателей. В будние дни с 16 до 20, а в выходные с 10 до 14. Сюда могут обратиться те, кто не сможет проголосовать на своем избирательном участке, а планирует участвовать в выборах в другом месте.